Всем приветики, девочки мои! Я уже собралась, все, прическу сделала, легкий макияж на глаза. В общем, короче говоря, в джинсиках пойду и вот в этой вот штучке. И сверху одену такую с начесиком в клеточку. У меня новая курточка. Одену ее, потому что теплую куртку, мне кажется, еще слишком жарко одевать. А это будет, наверное, в самый раз. Ну, тем более, что я на такси туда-сюда. В общем, выбегаю, время поджимает, все. Ну, поехали на торжество, где мы будем отмечать день рождения Денечки уже, как говорится, с коллективом, с друзьями, родственниками, с гостями. В общем, девочки, одела я вот эту вот курточку. Ничего, хорошо в ней, с начесиком она у меня. Классная. И все, машину вызвала, будет через 2 минуты. В общем, она будет уже сейчас. И еду. Солнышко выглянуло, наконец-то, хоть немножечко распогодилось, дождик прекратился. Не знаю, может быть, он будет сегодня еще, а может быть и нет. Ну, в общем, короче говоря, еду. Вон моя машина, все. Все, прекрасная погода, девочки, отлично. Стекло чистое у водителя, хорошо. И вот посмотрим сейчас, какое небо голубое, какие облачка. Немножечко дорогу я вам поснимаю. Вы же любите, когда я вам снимаю дорогу. Какие у нас тут улицы в Ростове. Так что буду кусочками снимать дорогу. Мы уже свернули на Вересаева. И здесь уже столько домов понастроили. Разные жилые комплексы. И такие современные вообще. И дома как грибы строятся. Вообще невероятно. Невероятно. Как много уже. До самого до конца улицы. Дома. Что-то тут еще будет строиться, наверное. Побольше магазинов надо еще, что здесь было. Особенно продуктовые. Заканчивается, и тут уже какой-то сад, там есть аллейка, там прогуливаются люди. Интересно, будет там что-нибудь интересное или нет. А вот это бывший аэропорт у нас был здесь. Сейчас, говорят, там база, овощная база, продукты, кто продает, машины. Едем через поселок Фрунзе. И сейчас под мостом аэропортовским поедем и поедем по Российской. Я приехала, прибыла, как говорится, уже и иду.
такой детский центр, солнышко называется. Ну что, закажу внутрь, посмотрим, что там интересного. Какой красивый тут центр. О, уже тут наши прибыли. Сейчас посмотрим, какая тут красота. Солнышко называется, детский центр. Ой, оформлено как красиво. Да у меня. Нет, нет, Леон, ты что? Сегодня у нас день рождения самого крутого брата. Это все ему. Аниматоры, я смотрю, тут детские какие-то там развлекашечки. Ну, я его не вижу, Джесси. Да, может быть, поищем его где-нибудь вот здесь? А, он, ой, как тут здорово! Интересно. Я думала, девочки накрывают стол. Молодцы. Все. Сестра моя. Сынулечка. Да. О, какие люди! Полина Бон, привет! Кристинки нет? Вот Денечка, именинник наш. Ой, счастье ему, играться тут полно. Привет. Посмотри, ну правда, какие Настя. Сильные, смелые браны. Привет. Привет. Именинник. Деня. Привет. Привет. Привет! Бабушка, бабушка! Давай познакомимся с тобой, Дэнни! А это Тимур! Это внук моей сестрички! Вот! Наконец-то вы его увидели! Натулечка! Приветик, приветик! Все! Доча, привет! Привет! Тут так громко! Вся, ладно, вся в деле, вся в делах. Вот такой вот детский центр «Солнышко». Все там для детей. Игровая площадка есть, и аниматоры, и, в общем, ну, классно, классно, хорошее местечко. Кристинка пришла, моя дорогая. Все, пойдем, пойдем. Я как раз выходила тебя встречать. Пойдем, заходим сейчас. Сплошные блоги. Девочки, очень громко говорит в микрофон. Аниматор и два аниматора. Это стол, я так понимаю, для взрослых. И вот тут, я понимаю, столик для детей. Ну, прекрасно, шарики. Вот смотрите, какое оформление. Солнышко, поздравляем. И там пятерочка большая цифра. Так, фотографируемся. В общем, класс. Высокого уровня. Что ты думаешь, Леон? Как ты думаешь? Я с тобой абсолютно согласен. Куча игрушек. Там попрыгушечки. Девочка прыгает. Крутыми, а главное, усиленными командами отправляться в наше сражение. Дыня играет. И первое наше сражение – это будет режим «Горячая точка». И вы нашли, они смогли найти, представляете? Ничего себе! Да, и правда, правда, это самые дебютантные ребята. Пятерку переверни, мама. Я за мясо скажу. Фотография. Ленька, улыбайся. Это... Легендарное сражение, вы готовы? Дэнни, ты нам поможешь открыть мега ящик с оружием? Он сказал, что он занят. Доверяй нам, да, разрешу открыть. Я качай. Наша партия жена может кого-то. Качай. Деня качает тут шарик, а потом шарик едет и сбивается в насос. Смело заявляем, что мы прошли все рубежи. Исправили смех обоим Браво Старс. Давай скорее пятишки. На нас с вами ждет бой. Деня.
сегодня ты самый главный бравлер в мире. Мы хотим поздравить тебя с твоим днем рождения, Дэнни. Чтобы у тебя все было хорошо, хотим тебе пожелать. Ну и, конечно же, чтобы ты всегда была радостной и счастливой. И сейчас, в честь такого замечательного события, у нас будет самое настоящее серебряное шоу. Вы готовы? Ой, не слышу. Вы готовы? Готовы или нет? О, они уже вооружились и попрятались. Но мне кажется, наоборот, стоит выйти сюда к нам, чтобы точно каждая серебряная бумажечка осыпала вас с ног до головы. Вы готовы? Мы начинаем через 10, 9, 8, 7, 6, 5, все вместе, 4, 3, 2, 1, поехали! Конфетки, да? Ой, какая прелесть. Главное, что он должен быть очень вкусным. Как когда родился Дэнни, вот я заказывала у них. Классно. Сейчас будем тортик зажигать. Я секунду попросить. Я сейчас расскажу историю, мне кажется, она как-то связана с тобой. Давайте подумаем. Итак. Итак, ребята, знали ли вы, что когда-то, давно-давно, где-то во вселенной Бравл Старс появился самый легендарный браулер? Знали ли вы об этом? Так вот, он появился, и рядом с ним были еще два браулера. Они были очень смелыми и сильными, и всю свою любовь, все свое тепло они отдавали этому юному браулеру. И вот прошло уже несколько лет, и Дэнни Браулер, самый легендарный, который когда-то давным-давно появился на этой планете. И прямо сейчас он освещает всем нам путь, заряжает нас самой позитивной яркой энергией, дарит нам самые яркие эмоции. Ну что, и сегодня у нашего Дэнни день рождения. И мы хотим поздравить его все вместе. Очень-очень красиво, очень-очень ярко и запоминающийся. Так, ребята, давайте прямо сейчас
все вместе крепко обнимем. Дэнни, Дэнни, иди к нам. Мы хотим очень тебя обнять. Можно мы тебя обнимем? Давайте мы крепко обнимем и пожелаем ему самые-самые классные пожелания, чтобы все твои мечты обязательно исполнялись, чтобы ты был самым счастливым, самым классным мальчиком, которым ты являешься сейчас. Мы желаем тебе всего самого-самого наилучшего, и прямо сейчас тебе необходимо загадать свое самое сокровенное желание. Ты готов? Ведь прямо сейчас мы подготовим для тебя самый вкусный тортик в мире. Давайте громко поздравим Дэнни с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Итак, последняя свечечка осталась, посмотрите. Задувай ее, задувай, Дэнни, задувай. Обязательно задувай ее. И есть! Ребята, прямо сейчас мы приглашаем вас всех попробовать этот самый вкусный в мире тортик. Скорее все за стол, друзья. Но прежде чем мы с вами пройдем за стол, давайте с вами сфотографируемся обязательно на память. Вместе с тортиком, вместе с именинником. Ну что, прямо сейчас точно этот тортик не останется без вас. Он точно не простоит здесь и по 7 минут, я уверена, потому что все настоящие правлеры. И вот тут же спуск. Такие огромные пополам масла. Какой он красивый внутри, вкусный. Девочки, ну я не могла отказаться от такого красивого тортика. Тут внутри мандаринка. Он такой вкусненький. Крем не сладкий, бисквит не сладкий. Вообще очень такой, мне кажется, он даже не вредный, этот тортик. Очень вкусный. Все, я уже с дочей попрощалась, с сыном попрощалась. Девочки, я ухожу. Всем пока-пока. Ну вот я и дома, девочки. Минут 10-15 на такси, и я приехала домой. Все. Честно говоря, от шума немножко я устала. Хочу вам сказать, замечательный день рождения получился. Очень хорошее помещение. Вообще игровая комната очень хорошая. Много игрушек там, много игр, аниматоры. Очень хорошее кафе. Хорошо оно как-то там для детей устроено, оборудовано. И, в общем, классно мы отметили день рождения, дети там наигрались, набесились. И вот эти, когда были уже эти фантики цветные, эти вот золотистые, серебристые вот эти ленточки, уже туда и взрослые подключились. В общем, полчаса была вот эта игра с этими ленточками. И уже там взрослые дети все вместе там начали дурачиться. В общем, наигрались. И я тоже даже туда подключилась, бабушке. И, в общем, всем было здорово, было весело. Пофоткались там. В общем, классно. Ну, я самая первая ушла, потому что, конечно, я долго не выношу столько шума, столько вот этого движения. Ну, в принципе, дело уже подходило к концу. Тортик я поела. Как я могла не попробовать такой прекрасный, красивый торт, здоровый и вкусный на заказ. Действительно, он такой, знаете, вот не очень сладкий, и такой в меру, и крем такой вот в меру сладкий, и вот эти вот там мандариночки. Ну, классный, классный тортик. Ну, то теперь я тортик не скоро поем. Это уже, я не знаю, когда будет следующий день рождения. Но не скоро. В ближайшее время ни у кого не будет дня рождения. В общем, короче говоря, я осталась довольна. По-моему, все остались довольны, все счастливы. И у всех такое останется в душе. Знаете, как праздник такой, праздник о состоянии. Вот, ну и все. На этом я хочу, девочки, закончить свое видео. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал.
Заходите на канал дочки, посмотрите, там, ну, она снимала больше, не все снимала именно лично она, но ее камера там шла по рукам, и, в общем, снимали все, и она там снимала все более подробное, более, больше что-то, может быть, другое она ухватила, потому что я камеру, конечно же, выключала, и, в общем, что смогла, то сняла. Но самое главное, что впечатления очень хорошие остались. Надеюсь, у вас тоже останется хорошее впечатление от этого видео. Всем пока! Пока-пока!